Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать, как можно поставить кнопочки социальных сетей на свои статьи. У нас здесь есть блоги, и все мы пишем статьи. И вот сегодня я решила вам записать такой урок. Значит, заходим в свой блог. Управление блогами. А затем редактировать, нажимаем кнопочку редактировать, статьи, выбирайте, на какую статью вы хотите поставить кнопочки социальных сетей. Так, значит, тут тоже ставим редактировать. Так, а теперь мы переходим с вами на такой сервис, который называется Плюсо. Я под этим видео вам дам ссылочку на этот сервис. Вот смотрите, здесь такие кнопочки вот есть. Вы, значит, здесь можете какие-то убирать социальные сети, какие-то добавлять вот отсюда. Вот. Но я выбираю вообще вот стандартные, вот предпоследнюю. Здесь вы можете выбирать большие кнопки, средние, мелкие, квадратные, круглые, в одну строку, в две строки, горизонтальные или вертикальные. Это все на ваше усмотрение. Со счетчиком, без счетчика, значит, с фоном. Если фон, выбираете фон, ставите себе фон. Но я выберу без фона. Так, выберу средние, круглые, в одну строку, горизонтальный и со счетчиком. Для меня важно, сколько будет переходов по моей статье. И выберу я без фона. Вот. Значит, дальше. Здесь мы с вами выбираем, на какую статью мы хотим поставить. Опять идем на 100 курсов. Вот. Так, у меня я еще одну открыла вкладочку. Захожу опять в блоги. Так, я уже выбрала статью, вы тоже выбираете, значит, редактировать. Так, минуточку, я выбрала статью «Как стать харизматичной». Значит, я на нее нажимаю. Так, минутку. Управление блогами, блог. Так, вот эту статью я выбираю. Значит, и вот здесь вот в браузерной строке мы копируем ссылочку на эту статью. Заходим опять на сервис Плюса и ссылку ставим, вставляем сюда ссылочку. Дальше, название странички. Так, название странички у нас, так, минутку. Как стать харизматичной. Опять, значит, я это все копирую. Опять иду на сервис Плюсу. И вот здесь есть название страницы. Вставляю название странички. Так, описание здесь можно не писать. И вот здесь, значит, вот такой код для копирования у нас образовался. Мы его копируем. Скопирован этот код. И теперь мы с вами заходим вот, где мы начали редактировать статью вот эту. Значит, выбрали статью. Теперь идем дальше. Первая вот строка. И вот вторая строка. Мы нажимаем на источник. Нажимаем. Вот здесь вышло, видите, такой вот код. И теперь в самом низу мы вставляем свой код. Ниже опускаемся. Так, рубрики обязательно забираем. И сохранить. Сохраняем. Статья успешно сохранена. Теперь мы с вами опять идем в мои блоги. Нажимаем. Так, и мы поставили кнопочки вот на эту статью. Читать полностью. Сейчас посмотрим. Вот видите, у нас появились кнопочки социальных сетей. Здесь мы можем сами
поделиться своими статьями, а также те, кто будет читать нашу статью и комментировать, и тоже будут делиться по социальным статьям. А вот здесь еще есть дополнительные кнопочки. Вот здесь можете посмотреть еще, какие поставить. То есть не поставить, а поделиться этой статьей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч!